же из Иерусалима, и из Сиона выйдет он. Слово Божие из Иерусалима, и из Сиона выйдет он. Да.
Аллилуйя! Спасибо тебе, Боже, за слово, которое ты нам даровал. Мы благословляем твое имя, и мы открыты учиться. Учи нас, Господь. Пускай это слово, как хлеб твой, питает наш дух. Благословен ты, Господь Бог, даровавший нам свою Тору. Аминь. Амин. Шаббат шалом, всех с праздником. Давайте помолимся. Баруха та Адонай, Элогейну Мелеха Олам, Ашер Бахар Бану Миколя Амин, Венетан Лану Этора То, Баруха та Адонай, Натена Тора. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Кстати, интересная мысль. Сейчас вот молился и увидел, что мы дважды упоминаем Господа, даровавшего Тору, дающего Тору. Так вот, мы благодарим Бога за то, что Он подарил, и благодарим за то, что Он дает. Тут стоит глагол в постоянном продолжительном времени, то есть Он даровал на Синае, и Он продолжает давать свое слово каждый день для тех, кто в этом нуждается и кто этого ищет. Значит, нынешняя недельная глава у нас называется Берешит. Это первая глава Торы. И там много разных интересных моментов. Ну, во-первых, потому что тут действительно описывается начало. Ишуа неоднократно, когда к нему подходили с вопросами, он говорил, в начале было не так. Вот как же ж было в начале? То, что Бог сотворил до грехопадения, это мир совершенный, без греха, без скверны, мир чистоты, любви. Вот действительно эти главы интересно изучать, потому что оттуда мы можем поучаться, как нам строить свою жизнь. Но я хотел бы сегодня поговорить всего лишь об одном слове из этой главы, потому что это слово достаточно емкое. Мы знаем, что начинается Тора со слов «берешит» в начале, так традиционно переводят. Значит, но на самом деле грамматика иврита дает нам возможность перевести это слово несколько иначе. Значит, ну, мы на слух воспринимаем это как одно слово «берешит». На самом деле там идет предлог «б» и слово «решит». Слово «решит» само по себе оно никогда не используется. Вот, к примеру, в русском языке слово «начало», да, вот в начале. Вот слово «начало», оно само по себе имеет какой-то смысл. В иврите слово «решит», оно обязательно должно быть рядом с каким-то другим словом. Ну, собственно, начало чего? Значит, если мы посмотрим по номерам Стронга, где еще это слово упоминается, то всегда это в начале царствования какого-то царя, да, вот там всегда стоит слово «решит». Очень много раз это слово упоминается там, где говорится о принесении начатков плодов. То есть вот первые плоды, так же, как и первенцы, принадлежат Господу. Это вообще как бы слова, идеи из одной категории. Первенец и начаток. Значит, хотя слово «решит» и «бекур» — разные слова, но суть у них очень похожа. Более того, значит, само слово «решит», оно имеет в себе корень «рош», что означает вот «голова». Знаете, «рош ашана» — «голова года». Вот слово «решит» однокоренное со словом «рош». То есть суть этого — это вот глава, начало чего-то. Значит, но предлог «б» он имеет значение не только в начале чего-то или в чем-то. Вот, например, слово «сочетание», ну, слово «бабайт» — это в доме «б», в чем-то, где-то, Берехов, на улице, значит, но имеет место и несколько иной перевод. Вот предлог «б» можно перевести как «из-за чего-то» или «ради чего-то», то есть «ради начала» или «ради начатка». Интересно, ради какого же это начатка вообще все это закрутилось, завертелось, и мы здесь в результате сидим? Хочу напомнить некоторые места, которые могут приоткрыть завесу, ради какого же начатка. Значит, Второзаконие 21:17. «Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется,
ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства». То есть один из законов Торы, который заповедал Всевышний, связывает начаток и первенство. То есть здесь используется то же самое слово «решит», вот «начаток силы», да, значит, и начаток силы принадлежит по праву первенства. Иеремия 2 глава 3 стих. «Израиль – святыня Господу, начаток плодов его, все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь». Здесь Господь ясно утверждает, что Израиль является начатком плодов его. Отсюда мы можем сделать вывод, что Бог ожидает от человечества плодов много. Израиль первый, и он принадлежит Богу, как и все начатки. Дальше Осия, 9 глава, 10 стих. «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице. В первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». Здесь также Бог указывает на Израиль, как на начаток. Далее, Исход, 4 глава, 22-23. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль, сын мой, первенец мой, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот, я убью сына твоего, первенца твоего». Здесь также Израиль упоминается именно как первенец, как начаток. Значит, и традиционно в еврейских комментариях этим начатком или началом Божьим, который принадлежит Богу, считается Израиль. Но на самом деле это далеко не полная картина. Израиль действительно является первенцем Божьим, и если так вот поразмышлять, то получается, что в принципе все, что сотворено, сотворено ради Израиля. Антисемитам это режет слух. Но Писание об этом говорит. Но на самом деле, еще раз говорю, это далеко не полная картина. Колоссянам 1 глава, с 9 стиха. «Посему мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им все создано, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит, и Он есть глава тела церкви, Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, я прошу прощения, я дальше не скопировал. Но суть этого отрывка в том, что начатком является сам Ишуа. Значит, есть в Римлянам в 11 главе, говорится, если корень свят, то и все свято, если начаток свят, то и остальное. И там показана картина дерева, корень которого, ну, корень, ствол, есть Ишуа, ветви – это Израиль, и есть другие ветви, представители других народов, которые прививаются к этому дереву. То есть, по большому счету, начатком, ради которого и которым, и через которого все сотворено, является Ишуа. Ишуа производит для себя народ.
Израиль, который также называется первенцем, также называется начатком. И если мы на секундочку себе представим, что Бог не вмешался бы в естественный ход истории человечества, а на самом деле, вот подумайте, если бы Бог не сотворил чудо с Авраамом и Сарой, то не было бы Ицхака, не было бы Якова, не было бы евреев на этой планете. Можете себе представить эту планету без евреев? Есть очень интересный фильм, сняли его израильтяне, ну, это фантастика на тему, что вдруг, ну, что, как будет развиваться человечество, если вдруг евреи исчезнут с лица земли. Там интересная такая мысль прослеживается, евреев на земле уже нет, но все равно во всем виноваты евреи. Ну, потому что у людей есть сознание, что евреи когда-то все-таки были, может быть, они это и замутили. А вот теперь представьте себе мир, которым евреев никогда не было, и о них никто никогда ничего не слышал. Люди в своей ненависти давным-давно бы себя уничтожили. И, по сути, Израиль является неким вот своего рода громоотводом, и Бог сотворил его действительно устойчивым ко многим ударам судьбы для того, чтобы в конечном итоге привести и родить Мессию, чтобы Мессия смог вывести это человечество действительно из тьмы в чудный свой свет. И мы здесь все собравшиеся являемся действительно участниками этого процесса. Бог нечто продолжает делать на этой земле. Недавно прошел фестиваль, и у нас есть уникальная возможность обратиться ко многим евреям нашего города и донести до них ту благую весть, что начатком Израиля является Иешуа, Израиль является начатком для многих народов, и каждый еврей призван быть свидетельством этой славы. И я вам скажу, что действительно у нас уникальная, эксклюзивная возможность совершать Божью работу. То есть, по большому счету, ну вот, может, грубоватое сравнение, но все-таки, вот Бог это делает на земле. И если мы позволим Ему, чтобы Он делал это через нас, то Он действительно это сделает. Мы можем не позволить. Знаете, есть один такой анекдот, я его расскажу, но не до конца. Дальше сами знаете. Мединститут, преподаватель с кафедры в поточной аудитории, задает вопрос. Скажите, пожалуйста, как называется мужчина, который хочет, но не может? Ну, ему отвечают, импотент. А как называется мужчина, который может, но не хочет? Ну, из последних рядов женский голос произнес очень неприличное слово, которое здесь и произносить не буду. Так я вам скажу, что мы все здесь призваны, мы можем, потому что Бог нас призвал, Бог нас наделил определенными способностями, и Он дал нам уже эти контакты. Так давайте мы сделаем это дело так, чтобы про нас не сказали, что мы нехорошие люди. Давайте действительно будем делать Божью работу достойно, чтобы приобщить к телу Мессии еще больше евреев, чтобы в конечном итоге действительно этот мир увидел возвращение Мессии, увидел воскресение из мертвых и славу Господа, разливающуюся по всей земле. Сегодня такой замечательный праздник, давайте будем радоваться и давайте будем помнить о том, какая миссия на нас возложена.